Сегодня в Беслане, Нагире и Чермене открыли новые школы. Ребятам создали прекрасные условия для учебы, занятия спортом и всестороннего развития. В классах самое современное оборудование. На торжественных линейках официальные лица. Глава республики Сергей Миняйло приехал в Беслан и пожелал успехов ребятам и педагогам. Ученики 11 классов жалеют только об одном – сидеть за партами в таком просторном и современном здании им остался всего год. Старый корпус постройки 35-го года пришлось снести. На месте аварийной школы появилось совершенно новое. С праздником, с тем, чтобы каждый раз могли прийти в новую, вновь построенную школу или в хорошо отремонтированную школу. До 25-го года мы отремонтируем капитально все школы республики. Такое поручение тоже дано президентом Российской Федерации именно по нашей республике. И мы модернизируем образование и сделаем все, чтобы в наших школах уровень образования был не хуже, а лучше, чем во многих других регионах. Эту школу построили по госпрограмме развития Северного Кавказа. Здание на 550 мест, комфортное и технологичное. Точно такие же условия и в Нагире. Микроскопы во всех кабинетах химии и биологии, а 3D-принтеры, интерактивные доски и тем более компьютеры здесь в каждом классе. Новые капитально отремонтированные школы открываются во всех районах нашей республики. Безусловно, это качественно повлияет на уровень образования. Комфорт учащихся и педагогов поэтапно создается по всему региону. Такая задача ставится главой Северной Осетии Сергеем Ивановичем Миняйло. И мы продолжим эту работу. Первая линейка и первая точка роста в этой школе – повод порадоваться за каждого ученика. Здесь и большой актовый зал с отдельной гримеркой, хорошие условия для занятий спортом с несколькими площадками, а кабинеты технологии – здесь настоящая гордость. Оборудован кабинет технологии мальчиков. Он состоит из трех кабинетов. Да? Там есть цех обработки по дереву и по обработке металла отдельно. Вы посмотрели технологию для девочек. О, это что-то. Там кухня оборудованная, как дома. Там встраиваем холодильник, там встраиваемая печь, там машинки. Не просто школьные классы, а целый учебный комплекс почти вековой истории. Кирпичное здание, которое при реконструкции сохранили и даже приумножили. По проекту пристроили два новых блока и открыли двери еще для 160 ребят. Вместе с ними в этот день пришли и бывшие выпускники. Я просто по-хорошему радуюсь за тех детей, которые здесь будут учиться. Вот все. Вы просто... Мне есть чем сравнивать. Я видел ту школу, которую начинали ломать. Да, вот, и то, что получилось, это, конечно, небо и земля. Это достойно восхищения. В Чермене сегодня тоже открыли новую школу. Это один из приоритетов нацпроекта образования. Сделать так, чтобы даже в самом маленьком селе обучение было доступным и максимально комфортным. Качественное образование должно быть везде. Интерактивные классы, большие спортзалы и учителя, которые вкладываются в каждого ребенка. Новые условия помогают школам региона выйти на новый уровень. Алина Цгуева, Аслан Тебев, Новости Осетии.